Володь, поздравляю с окончанием турнира, тем более учитывая сегодняшний состав, тем вдвойне поздравляю, что это закончилось. Но в целом, вот есть ощущение, что могли сыграть лучше и в каких играх? Конечно, есть. Могли, когда был состав побольше, сегодня, к сожалению, так сложили обстоятельства. Многие игроки не смогли, 3 травмы у нас, там люди поразъезжались, да, семейные обстоятельства. А в предыдущих играх были шансы, да, но тоже немножко не сконцентрированные. После перерыва, после сезона еще не набрали формы, нет сыгранности, взаимопонимания. Как лето вообще провели? Я так понимаю, что в затишье, да, в каком? В затишье, да, был перерыв. Сейчас с сентября начали тренировки, понемножку обновляем состав, потому что люди поуходили, некоторые травмы, операции, мурзины и так далее, там вышли из строя. Ну, будем что-то думать над усилением игры. Главное, чтобы собрался состав. В целом, сильные качества вашей команды, которые вы перенесете с прошлого сезона на этот? Ну, хотелось, чтобы не растеряли то, что было, эту комбинационную игру, это взаимопонимание и... взаимопонимание, скорость и желание, то, что было. Скорость еще можно подтянуть, а желание было у всех. И я думаю, что если оно осталось, то покажем, еще дадим в дальнейшем.